Такое-то, ёба. Ну и ладно. Без мазы тут. Конкретно, мля, без мазы. Существо. Было так нажираться. Башка, сука, трещит, а попадала, сука. Как там она? Дальняя дорога, воровской интерес, немой незнакомец. Тогда ржала, сейчас чисто стрёмно. Так нажираться. Башка, сука, трещит, а полечиться нечем. Попадал вас. Такое-то, ёба. Ну и ладно.
Где мы тут делаем, бля? Чисто засада. Заточи бы сейчас чего. А то у меня брюхо к хребту уже прилипло. Чайга!
Осторожней там. Этот снайпер, похоже, неплох. Получай, подлюка! Ах ты, сучара! Ну, чертила, сейчас я тебя... Черт, у меня попало! Прижал! Черт, я ранен! Ха, готов. Хорошо, пошел. Ладно, Артем, обыщи его наблюдательный пункт. Наверняка там есть что-то интересное. А я сменю позицию. До встречи на базе.
слушать! Барон говорить будет! Всем слушать! Барон говорит! Так, на корабль новую партию рабов из западного каньона завезли. Последний оттуда будет. Крученый, смотайся туда, отбери, что подойдет, чтоб на юг продать. И в обработку по-особому их. И смотри, чтоб нам не предъявили потом, что дохлячину отправляем, понял? Всем отбой, барон сказал. Пропа! На!
Барахлом нашим разжиться решил. За ложков нас держишь, сука! Тебе, уроду, было же сказано, что ты все наша! А тебя еще раз увидел, порешил! Было! Но теперь, мля, не обижайся! Выходи, сука! Кончать тебя будем! Наплохо пацанов валит! Походу не заулота!
Сколько мы держались в этой пустыне без всякой цели, без надежды. Кого нам было защищать? Местных, за считанные годы вернувшихся к первобытному образу жизни. И вот однажды появились они. Бывшие военные, мужики из буровых и, конечно, авторитеты. Вот у них была цель и идея. Сначала мы подняли их на смех, разыгрывать богов. Но возможность создать какое-то подобие порядка из нынешнего невнятного болота. В конце концов, все мы присоединились к этому огненному цирку. Ну что ж, новому миру, новые боги.